Здравствуйте, ребята! Я рада вновь приветствовать вас на уроке музыки. Мы начинаем четвертый раздел «Язык музыки. Язык дружбы». В этом разделе мы с вами познакомимся с музыкальными традициями народов, населяющих нашу страну. Урок 27. Музыка народов Казахстана. Славянские народы. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с музыкальными традициями русского и украинского народов. А сейчас поставьте видео на паузу, откройте рабочую тетрадь по музыке, запишите число и тему нашего урока. Казахстан – страна бескрайних просторов. Как широка наша земля, так же щедра душа казахского народа. Эту щедрость и широту предки казахов передали ныне живущим поколениям. В лихие годы сотни тысяч людей разных национальностей переселились в казахские степи. Несмотря на суровые, тяжелые условия, казахский народ принял их с распростертыми объятиями, делясь последним куском хлеба. Сегодня в Казахстане живут люди более 100 разных национальностей. Но все мы – единый народ Казахстана. И главное для нас – мир и согласие в нашей стране. Славянские народы. Этническая группа народов, говорящих на славянских языках. Делятся на восточных, западных и южных славян. Восточных славян представляют три народа – русские, украинцы и белорусы. В основе музыкального искусства русского народа лежит фольклор восточных славян, сохранившийся еще с древних времен. Русские народные песни – важная составляющая фольклора. Это музыкально-поэтическое отражение быта, традиций и истории народа. Жанры русских народных песен очень разнообразны – календарные, свадебные, колыбельные, лирические, а также частушки, шуточные песни четверостишия. И, конечно, ни один праздник не проходил без танца. Русский народный танец тесно связан с историей русского народа, с традициями, верованиями и обычаями. Все виды русских народных танцев делятся на две основные категории – хоровод и пляска. Thank you.
а сопровождали песни, танцы и праздники русские народные инструменты, которые звучат и в наши дни. Бубен, трещотки, ложки, духовые жалейка, рожок, свирель, свистульки, струнные знаменитая балалайка, домра и гусли. Музыкально талантливый украинский народ всегда выражал свои чувства, мысли в музыке и песнях. Его музыкальное творчество впитало красоту природы украинской земли. Очень любимы украинцами песни разных жанров. Календарные, трудовые, обрядовые, песни о животных, природе, исторические, лирические, шуточные, песни-хороводы и думы. У украинцев очень много разных музыкальных инструментов. Украинцы очень любят танцевать и гордятся большим разнообразием прекрасных народных танцев. Среди них особое положение занимают гопак и казачок. Эти танцы не спутаешь ни с какими другими. Домашнее задание. Прочитайте материал в учебнике на странице 79-83, письменно в тетради, ответьте на вопросы на странице 81 в желтой рамке. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята!